А вот со второй песни я совершенно не знал, что делать. Сразу мелодия пришла какая-то, и я пытался ее переделать. Вот. Ну и получилось так. Стихи Игоря Царева, музыка Юрия Висбора, песня моя. Проектировал мосты Эйфель, коньячок всегда держал в сейфе, лишь однажды взял на грудь лишка, вот и вышла у него вышка кружевная, как ажур брошки, эротично разведя ножки, поднялась на зависть всем дамам, над Парижем, над Нотр-Дамом. Эта вышка в сотни три метров раздражала изнутри метров. Мопассан писал друзьям: «Боже, я расстроен, и его тоже. Для чего нам сочинять книжки, если все на них плюют с вышки? Как не пышься на своей крыше, вышка будет все равно выше. Может, в ней и много тонн веса, но не стоила б она мессы всех своих ажурных форм ради. Не придумай, наш Попов, радио, ей и без под ноги шелк стелит. Вместе с радио пришел телек и гремит по всей земле. Слышка, наш последний приговор, вышка. Будет время, отыщу повод и тихонько рубану провод. Я, как Эйфель, коньячка выдув, на балкончик босиком выйду. Сердце вздрогнет, будто лист Мирта. Вот какой он наяву Мирта. И какой он молодец, Эйфель, что придумал коньячок в сейфе.